Вы знаете, во время съемок всех своих фильмов великий Чарли Чаплин один раз, слава богу, всего один раз получил травму во время съемок фильма «Тихая улица». Наши следующие участники замахнулись на самого, на классика, на Чарли нашего Чаплина. Надеемся, что все обойдется абсолютно без травм. Чарли Лютаева или Татьяна Чаплин чарует сегодня нас в сложнейшем жанре манипуляции. Манипуляция требует от иллюзиониста не только крайне высокой скорости исполнения трюков, но и ловкости рук. Вместе с тем, благодаря сегодняшнему номеру, Татьяна докажет, что не только руки, но и ноги иллюзиониста могут стать объектом магии и поразить воображение зрителя ничуть не хуже, чем ловкие руки. Thank you.
Татьяна совместила сразу несколько жанров иллюзии. Ловкость рук помогла восстановить газету, а скрытые возможности человеческого тела после долгих тренировок помогли в иллюзии с ногами. И самое главное, мы, зрители, даже не заметили эту кропотливую работу. Все получалось словно само собой. Браво, Татьяна! Татьяна Лютаева! И Айдар Гайнулин, прекрасный баянист. У вас просто какое-то совершенно волшебное получилось действие. Но есть один человек, который в нем участвовал, видимо, со стороны. Что скажете? Могу сказать, что супер, отлично все сделала Таня. С технической точки зрения, а с артистической это вообще просто нету слов. Высший пилотаж. Ну, спасибо большое. Я, во-первых, хочу сказать, вообще, свое участие в этом проекте я посвящаю детям. Но сегодняшнее выступление мне бы очень хотелось посвятить моему учителю, моему мастеру, моему любимому очень человеку, Александру Всеволодовичу Кузнецову. Он сегодня в зале. Александр Всеволодович, точно так же, как и нам, вам сегодня повезло наблюдать вот это перевоплощение и волшебные какие-то превращения этой прекрасной женщины в еще более прекрасного мужчину. Насколько я знаю, дети ваши тоже в зале. Да, мои детки болеют. Татьяне Лютаевой хотят передать привет ее как раз дети. Мы знаем, что здесь Агния. Агнию видим. Здравствуйте, Агния. Тут-то Ларсен. Что там у тебя с челюстью? Я реально сейчас понимаю, что, наверное, не надо было до сих пор ставить десятки, потому что этот номер настолько выше всего того, что мы до сих пор видели. Татьяна вообще принимает вызовы из мира фокусников, потому что, насколько я понимаю, то, что она сегодня делала, это жанр манипуляции, это самое сложное, поскольку здесь есть, нет никакого реквизита, нет никаких чудо-машин, есть только твои руки и твое мастерство. И, конечно, Татьяна бьет всех тем, что она удивительным образом свой талант и свое мастерство большой актрисы сумела интегрировать в наш вот этот конкурс и замешать его так лихо с фокусами, что я уж не знаю, Таня, есть ли здесь кто-то, кто может выше вас взобраться. Спасибо, это было потрясающе. Спасибо большое. Роману Виктюку слово. Я не удивлен. Я не только в восторге, я в таком поклонении, потому что такое сделать, соединить грусть Феллини, цирк Феллини с человеческой грустью смогли только вы. Спасибо. Это безупречно. По человеческой грусти и радости бытия. Спасибо большое. Но насчет безупречности с точки зрения именно циркового искусства мы еще с удовольствием послушаем Викторию Кио. Все было изумительно сделано, просто великолепно, замечательно. Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо. Валентин Гнеушев, слушаем вас. Это очень большая ответственность говорить о актрисе, которая сделала вызов самому Чарли Чаплину, сделала вызов манипуляции. Вы создали сегодня атмосферное произведение искусства, достойное ваших педагогов и ваших детей. Спасибо вам за это. Спасибо большое. Спасибо. Мы готовы смотреть на оценки. Тут-то Ларсен. 10 баллов. Валентин Гнеушев. 10 баллов. Фокусы, все фокусы. Виктория Кио, 10 баллов. Спасибо. Роман Виктюк, 10 баллов. 40 баллов. Поздравляю. Вам главное. Спасибо за доставленное удовольствие.